под мост. Совхозский. Там будет тропинка, вот там метров 300. Мы едем по ней, так что поэтому нужно всем скорость соблюдать маленькую. Это не разгоняться сильно, чтобы друг друга не врезаться. Это скорее даже не велопробег, а велопрогулка для тех, кому в радость полюбоваться красотой осенней природы. Тем более сейчас, когда сентябрь радует удивительно теплой погодой. Крутить педали по прибрежным тропам вызвались почти полсотни человек. Маршрут довольно-таки сегодня трудный. Отбор участников сегодня старше 15 лет. Хотим более привлечь как-то семейные пары, чтобы досугово все приучались к велосипедному спорту. Всего же от старта до финиша велосипедистам предстояло преодолеть почти 17 километров. Правда, большинство участников, кажется, расстояние совсем не ощутили. Я бы хотела больше скорости и больше километраж. Можно было хотя бы в два раза больше сделать. Районное управление по делам молодежи, спорта и физической культуры организация массовых велопробегов занимается уже несколько лет. И любителей этого вида активного отдыха в городе заметно прибывает, особенно среди школьников. Да, мы участвуем в первый раз, нам все очень понравилось. Нам бы хотелось, чтобы в нашем городе были велосипедные дорожки. Тогда бы мы ездили на велосипедах даже в школу. А в планах у организаторов теперь провести велогонки, чтобы те, кто любит скорость, смогли показать себя в деле. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.